понимаем, что это тема осени, да? Но осенью снежок тоже не будет. Да, что меньше зеленого, да, хотя вот я, например, проходила, много зелени еще, да, сейчас, ну и много уже других красок, да. Эти краски должны, потому что мы должны образ осени придать, да, сегодня. Пап, вот сейчас в Болгарии же тепло, но не как тут, да? Все равно уже желтеет листва. Но в горах все равно зелень. Снег на горах. Если ели елки, конечно, они. Сосна и ель, они же еще зеленели. Но есть маленькие, просматриваются такие. Но берез нет, да? Берез очень мало. Вообще, в основном вот поросли, лиственниц много. Где-то там осина, каштан. О, а можно вот эту водичку вылить сюда? Тогда же все равно будет что-то. Это куда? Что это? Сюда, что где-то в городе, да, в Балатах. А это кисточка. Кисточка? Да. Тебе же немножко много. Ты же хочешь очень светлое. Это много ты взял. Вот так? Да. То есть какой вывод, Паш, тебе надо больше рисовать, чтобы да, чувствовать, да? Ну, это хороший оттенок. Вот так? Да, и вот дальше. Дальше. Угу. Пусть такая полосочка будет. Сейчас еще наведем какую-то... А ничего себе, потом вот эта коричневая должна быть раскрасить. Да, вот тут сверху сделаешь. И вот оттенок интересный. Если тебе захочется еще светлее, то ты потом вернешься. Белого можешь немножко добавить? Нет, это я с Пашей. И ты можешь еще добавить каких-то светлых оттенков сверху. А, тебе дали на салфетке? Ну, мне кажется, ой, кажется, вот видите, вот тут, мне кажется, нужно, чтобы она была побольше вот эта гора. Просто такая вот щель огромная. Сделай. Я тебе предлагаю большие плоскости. Меча, небо, поля. То есть сейчас не мелочи делай, да, не мелкие какие-то детали. Вот, начинают с крупных каких-то пятен, с больших. Небо, горы, как ты начал. Вот тут, когда щелька, сюда нужно небо. Синоватый, голубоватый между горами, да? Сделай, пожалуйста. Небо, оно, наверное, будет ярче, да? Да, оно будет синоватым, голубоватым, ярче, чем снега. Кисточка тонко тоже. Все мы делаем, да, чуть больше возьмем кисточку. Это вот вы мне говорите. А ведь коричневый расклашивать? У него не наш коричневый, а вот ты сам какой будет. Он коричневый. Ну, есть вот такая кисточка. Или посветлее, как коричневый, но посветлее. Да. Где-то тени можно. Мне кажется, можно его сделать потемнее, чем вот это? Можно. А рога наоборот светлее? Или рога темнее, чем само тело? Ну, мне кажется, чтобы краску переводить, вот этот цвет мне уже не понадобится, я сюда могу еще чуть-чуть побольше синего подбавить, и получится цвет неба. Еще синее или такой пойдет? Вот так вот? Да. И вот здесь можно кусочек. Ну, как я тут? Вот тут, посмотрите. Можно, ну, вот же. А если я чуть-чуть перековать, то оно будет как вот это вот. Ну, смотри, тут у нас есть еще. Вот так, чего тут у нас? Ну, в принципе, ладно. Ну, если нравится. Так, теперь попробуй добавить туда зеленого. Когда вот сюда? Нет, вот сюда. А, да. Не потом уже такая грязная вся. Ну, хочешь, чтобы у нас есть еще бабушка.
Там не выйти? Давай оставим у нас чистый. О! Немножко зеленого, да? Хорошо. Ну, вообще, вот эти цвета смешать, да. Смешать зеленое, желтое и белое. А если я чуть-чуть вот эту вот испачкаю? Ничего страшного. Вот зеленое. Мне пластырь мешает. А ты немножко приподними ее, потом там раскрасим, потом опять наклеим. Потом, когда я буду отдирать, все отодрется. Ну, тогда не раскрашивай там. А такие некоторые места, да, такие зеленые? Мам, мне кажется, кто меньше всех спрашивает, так это ты. Это вообще, мне кажется, лучше здесь тоже. Это такая творческая работа. Здесь можно додумать самим. Ну, в творческих работах там больше свободы можно. Ну, вот это все заметьте. Можно немножко ванной добавить на кисточку. Если это Болгария, то там, наверное, краски звонче, да, Болгария? Не знаю. Это солнечная страна. В солнечных странах там... Ну, ее солнечную нельзя назвать, потому что там тучи тоже есть. Кисточку 300... звонче. Важно, здесь тучи... 300... В общем, за весь год только где-то полтора месяца бывают пасхи. Поэтому можете представить, как бы сколько есть. Я потеку. Не плачь. Калач тебе. Пока что как-то так. Но мне кажется, слишком жирно. Как пост пассажирует. Я же не вижу. Я вижу, стараешься. А? Да, Паша. Стульчик очень маленький, спина болит. Ну, у папы больше нет стула никакого. Можно, допустим, вот турникетку подвинуть. Будем? Зад камер, их там стул. Ну ладно, не надо тогда. Давай, вот что, добить тоже стул? Нет, это нормально. Ну, хочешь, я это сделаю, Паша? Я не надо. Почему? Потому что камера. Ну, они вот здесь, вот так, Паш, вот так я протяну, да? Павлик, а ты что, на банкет? Сидеть очень. Да. Сейчас я банкет. И вот так вынырнуть, и вот спина. Как у тебя там процесс? Не знаю. Фантазии? Ты смотрела фильмы, там деревень много. Сериал вот ты там смотришь, там деревни, вспоминай. Да.
ищутся медовые. Ну, то есть даже вверх город. Вверх, да? Ма, ты Болгарию или слышишь? А, например, вот эти части не так круто быть? Ну, сверху. Или нет? Сюда. Ну, если ты... Вверх идешь. Ну, тебе выше сейчас. Я боюсь, знаете, что будет? Вот потом можно очень вот здесь такой красивый гора не хватает. А потом надо ситуации добавиться. Чтобы да, все было. Не слишком зеленые были, а где-то добавится. А сюда, наоборот, где-то зеленцы чуть-чуть. А я боюсь из-за того, что... Ну, это сложно. Да, ну, наверняка как бы будет синий, да? А синий, какой ее синий? Прямо вот такой, и вот это вот с этим. Не будет красиво сделано. Ну, можно зеленый, да. А можно вопрос? Сберется, чуть-чуть можно. Да, пожалуйста. Я боюсь того, что я тут нарисовал флаг, а сзади флага горы. И горы зеленого цвета, и флаг зеленого. Мне кажется, он будет... Или можно края флага вот так, какими-то черным или серым цветом. Ну, а вот тут гора можете. Мне кажется, нужно обвести каким-нибудь цветом. А ты гору сделай другой. Может быть, такое более теплое. Я сейчас не буду. Все. Ну вообще, тебе надо закрывать, закрывать и так. Можно побольше кисточку сделать. Очень много побольше. И очень много цветов. Я бы поля делала. А? Поля. Ну, поля я не поняла, как. Ну, они... Колоски очень... нарисовать, как? Нет, это плоскости, вот как у нее, у риса. Берешь? То есть вот так вот не надо такие полоски? Я не вижу, что я поля. Вот, да. Это тоже поля, да? Ну, просто на одной, да, на самом деле. Так. Я просто думаю, что вот так не надо рисовать. Вот такие вот, прям вот, вот такие колоски. Нет, ты должен пятнами подвигаться. Thank you.
потом мы где-то полоски, потом с тобой еще трогаем. А вот это можно сделать, это как бревно как будет делать, или это как стоит? Конечно, делится. Там, видите, такое толстое в конце лежит. Ну, само так думаю. А так как бревно здесь большое. Блин, я лучше тут делаю. Вот здесь у меня такой темный получился. Пока что как-то так. А вот это мне как что сделать? Это как можно... Как, это вы видите там, как клетка что-то такая? Я не понимаю. Да, дерево что-то идет. Такое длинное. Начинается, здесь заканчивается вот это наш лес, лесной массив. Я думаю, вот так. То есть это как считается, как лес такой еще, да, идет полянка, получается. То есть нет какой-то зеленый, желтый. Вот так, как-то, да? Да. А вот тут это ствол. Теперь давай мы какой-нибудь такой более зеленый. Деревья, да? Вот коричневый. Еще следующее поле. Может быть, чуть зеленого добавим. А не слишком большая граница между цветами? Здравствуйте. Это вы, да? Да. Тогда все нормально. Хотел просто узнать, кто к вам пришел. Да, это просто мы проводим, еще развиваем. Ясно. Терпение и воображение. Ясно. Хорошо. Все тогда не мешаю. Можно немножко какой зеленый оттенок добавить? И вот это тоже, да, по идее, должно закраситься? Mm-hmm. Там, где лошадь стоит, на чем? Да. Я кисточки линяю. А мне не везде, потому что... Мне кажется, лошади не хватает гривы. Тогда делай ее. Сразу
А такой цвет дает он? Так как-то смешало? Да, хороший цвет. Покажет какой-то так. Я с лошади у меня. Mm-hmm. Что-то я боюсь. А вот где лошадь, вот тут тоже, где поле? Вот тут, вот тут, да? Тут. Какая толстая нога у лошади? Так ты ее сделаешь. Красками. Гриву закрасить. Ну, сверху. Сверху. Тут тоже так. А тут какая-то мисочка должна быть с этим. Ноги тоже сверху. Можно оставить, пусть это сушится у нас. Еще краску. Я могу вот дерево. Оно вот тут высушит. Ну, давай с полями закончим. Что вы видите?